нас пойдет разговор о самом тяжелом виде спорта. Ну, вы, наверное, сами догадались, это речь пойдет о тяжелой атлетике, которым, в общем-то, привлекают настоящих сталачей, любителей металла. И теперь уже не только мужчин, но и женщин. Сегодня у нас пройдет очень интересное событие. Но я сразу скажу, что у нас сложились очень хорошие традиции, и начались они с Новой Одессы, где была школа спеваков. Но теперь центр перешел сюда, в город Николаев, вот здесь Фокино на Мые, настоящий центр ядер. Ну, в общем, наш собеседник, который является одним из главных энтузиастов развития тяжелой атлетики в нашем городе и нашей области, Владимир Иванович Распитин, заслуженный работник физической культуры, судья национальной категории, международной категории. Владимир Иванович, расскажите об этом событии, потому что здесь уже по существу фокус стал ядром развития тяжелой атлетики. Да. Значит, это, как вы уже сказали, это, значит, открытый чемпионат Николаевской области по тяжелой атлетике. И сейчас вот на дальнем плане видно, что поднимают штангу наши девочки. Это будущее развития тяжелой атлетики. Вот. Ну, мы сейчас, значит, готовимся, значит, к международному турниру, вот, который будет проходить в Харькове, и к чемпионату Украины среди ШВСР. Вот. Мы надеемся, значит, показать там высокие результаты. И почему? Потому что, значит, команда по ШВСМ состоит 6 мужчин и 4 девочки. Вот. Мы должны неплохо смотреться на этом уровне. Почему? Потому что у нас в ШВСМ это все мастера спорта. Все мастера спорта, которые будут выступать в Харькове. Значит, все мастера спорта, которые были все в призах. Вот. Значит, и только один будет выступать, это кандидат мастера спорта. Это Арутюнян Роберт. Это где он тренируется, значит, в НОК КДС США номер один. Это школа Васильева. Вот, Владимир Иванович, вот так получился такой промежуток. Мы как-то не рассказывали давно уже о тяжелой атлетике. Как шло развитие тяжелой атлетики, какие достижения, и что делается вот в наших регионах для того, чтобы все-таки были силачи у нас настоящие? Все понятно. Значит, мы на данный момент имеем 5 отделений тяжелой атлетики в Николаевской области. Это мы имеем 2 отделения. Это в Николаеве, значит, это НОК КДС США 1, это школа Титаренко. НОК КДС США, самая Васильева. Значит, Новоодесская школа, Первомайская, Врадеевская и Очаковские школы. Вот. Это там, где мы подбираем материал для училища по физической культуре, спорта, в которой вот сейчас выступают и девочки, и мальчики, которые очень перспективные. Месяц назад закончился чемпионат Украины среди девочек и мальчиков до 13 и до 15 лет. Значит, девочки заняли у нас 4-е командное место, ребята заняли 3-е командное место. Это большой результат. Почему? Потому что есть такие гранды, которые, как Донецкая, Харьковская область, Луганская область, вот, Львовская область, это, которые у них налажено все уже так, все с советских времен, и оборудование, и развитие, и все остальное. Владимир Иванович Распитин является президентом областной федерации тяжелой атлетики. Поэтому интересно узнать, как идет процесс привлечения молодых. Потому что сейчас же не любят трудностей, а здесь такие нагрузки. Это же такое испытание. Как завлечь ребят и девчат сюда и потом расти чемпионов? Ну вот сейчас то, что мы сейчас собрали, значит, по заявкам у нас, 81 человек. 81 человек – это лучшее, то, что у нас есть в Николаевской области. Почему? Потому что тяжелая атлетика – это вид спорта, это бесплатный вид спорта, бесплатный вид спорта. Мы сейчас на данный момент, вот на ФОКе, здесь на Намыве, при помощи вот нашего директора Сидоренко построили 2-й зал тяжелой атлетики. Значит, детишки приходят сюда. Конечно, текучесть большая, но в итоге у нас нету такого пробела, чтобы, допустим, мы нуждались в детях. То, что я сказал, что это все вид спорта бесплатный, вот. Это хорошо. У нас помимо всего дается бесплатное посещение бассейна,
бесплатное посещение этого зала, на котором мы находимся. Это игровой зал. Естественно. Значит, у нас душевые работают, пожалуйста, в любое время дня и ночи. Вот. Так что, если мы заканчиваем, допустим, 20 часов тренировки, дети могут помыться, дети могут привести себе порядок, и чистым и удобным он отправляется домой. Вот. До весны, значит, самая Федерация тяжелой атлетики Украины, значит, 12 человекам, нашим атлетам, лучшим, питала нас. Бесплатное питание, привозили сюда. Это у нас президент Федерации тяжелой атлетики Украины, это депутат Верховного Рады Герега, есть такой Александр Владимирович, который вот помогает нам. Это человек, который заведует всеми эпицентрами Украины. Значит, человек не бедный. И сейчас, на данный момент, много сделано по всей Украине. Ремонты, покупка инвентаря. Вот. Но чувствуется, что идет какой-то сдвиг в лучшую сторону, конечно. Сейчас насчет Владимира сказал о инвентаре, об условиях. Надо сказать, что именно Николаев отличается от многих городов и даже как Федерация тяжелой атлетики отличается своей организованностью и умением. Настолько интересно, во-первых, организовать, показать и устроить настолько, что вот она стала примерной образцовой для всей страны, потому что их приглашают для того, чтобы посвящать крупные международные соревнования. Здесь настолько налажена электронная система связи, показа. Ну, я не знаю. Это все участвует в самом чемпионате, в Кубке Украины. Это все, вот это все оборудование, это у нас именно находится, и нас приглашают, чтобы мы привозили, участвовали, арендуют. Это самое, это великое дело, это великое дело. И почему? Николаев один из городов, которым я являюсь вот президентом с 97 года. И в 98 году, значит, я уже впервые провел, значит, два кубка провел с 98-го и три чемпионата Украины. Такого не было до 98-го года, не было в Николаеве. Тяжелая атлетика была, конечно, немножечко опущена, но сейчас, фу-фу-фу, мы участвуем во всех соревнованиях. Вот. Значит, у нас имеется два сборника. Это самое Симак Сережа и имеется Дорошенко Богдан. Это хорошие, прекрасные ребята, которые вот должны себя зарекомендовать. Их приглашают в сборную. Вот. Так что сейчас тяжелая атлетика на пике подъема. На пике подъема. Но если обратить внимание, вот там помост, а там огромное панно и напоминает о том, что тяжелой атлетике Украины исполнилось 120 лет. То есть еще с прошлого века на следы. И поэтому сейчас Владимир Иванович напомнит нам, а кто же оставил хороший след в развитии тяжелой атлетики в нашей области. Потому что очень много было хороших ребят, достойных, которые пробивали себе дорогу на международную арену. Ну, как было сказано выше, значит, что первые основатели, значит, это самые наши хорошие друзья, это братья Спиваки, Михаил Иванович, Анатолий Иванович, который здесь присутствует. Михаила Ивановича, конечно, нету, Царство Небесное. Ну, жизнь есть жизнь, никуда не денется от нее. Все, говорится, приходящее, уходящее. Вот. Но школа, ученики, значит, ученики Михаила Ивановича и Анатолия Ивановича сейчас работают, все тренерами работают. Они растят поколение прекрасных детей. И вот эти дети выступают. Вот, и прекрасно смотрите на Новую Одессу. Там сейчас школу передали на баланс города, а это новое вливание средств. И тьфу-тьфу-тьфу, значит, там будет все нормальненько, и мы рады. Почему? Потому что есть такие корифеи, значит, остались еще живы. Гена Петров, вот, самое. Гаханенко уехала, она сейчас в Донецке. Вот, хорошая девочка, мама уже двоих детей. Вот, так что тут вот хорошие ребята у нас. Шаманская Надя, это самая. Она здесь, в Николаеве тоже.
уже самая семьей обзавела, все нормальненько. Так что такое дело. Вот. Шаманский Саша, вот это самое, работает сейчас тренером. Хорошие ребята. Индычка Андрей, вот, который стал у нас на чемпионате Украины весовой категории до 85 килограмм, третьим стал. Ребята есть, прекрасные ребята, все. Вот. И мы надеемся, что в перспективе это будет прекрасная школа вот на юге Украины. Вот благодаря вот двум видам спорта нарушилась какая-то своеобразная тенденция. Обычно из областного центра идет развитие разных видов спорта в районы. Но тут получилось так. Доманевка положила начало развитию гандбола. А здесь он прописался. Хоккей, кстати. Да, здесь играют высшая лига. Тяжелая атлетика началась и развивалась в Новой Одессе. Школа Псиволкова, это вообще знаменитая. И вот получилось, что они привели в областной центр самые лучшие силы. И сегодня здесь очень серьезные испытания. Я думаю, вот такие вот сегодня, на что рассчитываете сегодня? Ну, мы рассчитываем. Сейчас идет, я как сказал, уже это идет отбор на международный турнир, который будет проходить там, в Харькове, памяти олимпийского чемпиона Рыбака. Вот, и чемпионата Украины среди ШВСМ, школ высшего спортивного мастерства. Вот это он будет проходить в декабре месяце, 14 по 18. Так что мы надеемся, вот, что команда Николаевской области будет на высшем уровне, и мы завоюем медали. Владимир Иванович, вот говорят, это дело не женское. А почему все-таки девочки приходят и вот стараются так бороться с металлом? Ну, женщины вообще по натуре такие бойцы. Да. Они стараются равняться с мужчинами, потому что, ага, как это я? Он такой, а я вот не такая. Поэтому женщины, они стараются. Да, с ними труднее работать намного. Почему? Они более обидчивые, они вот воспринимают свое поражение по-другому, чем мужчина. Но ничего. Как вы сами видите, вот прекрасные там дети работают, прекрасное все. Вот. И мы надеемся, что мы будем с достоинством проносить знамя Николаевской области. Почему? Потому что на данный момент Николаевская область, значит, в шестерке не опускается ниже шестого места в Украине. Вот. Сейчас Владимир Иванович напомнит, что женщины, выступая на помосте, становятся не только умнее и красивее, но и сильнее. Здесь они это заказывают. Да. Амазонки, все правильно. Ну что ж, у нас сегодня будет возможность рассказать об этом очень интересном событии. Спустя некоторое время, я напоминаю, что центр здесь, тяжелая атлетика имеет хорошее развитие, хороших двигателей этого дела, потому что оно достойно внимания. Ну и благодаря вот таким энтузиастам тяжелой атлетики мы имеем очень хорошую основу на будущее.